Всем привет, привет, ребята! С вами я, Мелюкушка, и сегодня мы будем снимать видео про спаси Симбочку. У меня почему-то уже английский. Как вы и видели, ребята. Вы знали, что такое игра Симбочка? Я скажу вам. Симбочка — это игра такая. Вам нужно там спасать Симбочку самого. Ну и мы сейчас играем. Так, ребята, делаем вот так вот, чтобы вы глядели. Ну, сейчас я вас отсюда положу. Рисуем. Ай, не кусайте Симбочку. Ребята, это было круто. Нужно спасти Симбочку, ребята. Спасем же и нашу Симбу. Мимбу. Делаем такую калякурю. Молодец! Молодец! Это было, ребят, круто. Скажите. Ой. Так, ребят, рисуем штучку. Так, ой, куда? Да, ребят, уровень пройден. И мы спасли Симбочку. Ребят, это же Хаги-Ваги! Мы нашли штучку от Хаги-Ваги, ребята. Эй! Ё-моё! Ребята, Симбочку укусила пчела. Нет! Ой! Так, ребят, ну как-то нужно спасти Симбочку. Симбочку. Все, Симба спокоен. Нет! Закроем вот так вот Симбочку. Ребята! Ай, я так не сработала. Так, а? Опака! Ай, ребят, нет. Молодец! Ребят, молодцы. Это очень было круто. Или кто это? Ребят, сейчас я покушу. Ждите мне немножечко. Ну, а на сегодня, ребят, всем пока.